Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас очередной трешачок будет, слив пятых, возможно, девятых прокачанных талантов. Буду на некоторых героях я перекачивать для архи новые талантики, то есть талантики смотрителей, которые у нас есть. То есть у меня вот рогатка была прокачана, уже замедление не актуально. Такой вот огник тоже не актуально, и Бигфут тоже ради теста. Поэтому мы сегодня будем ролить на героях. Так, ну давайте, наверное, на огнике. Это поинтереснее будет. Ну, смены я не буду трогать. У меня есть вот... Немножко накопил коробочек. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. По сравнению с другими серверами. И будем пробовать выбивать. И заодно посмотрим, какие же шансы на английском сервере на выбивание топовых талантов. Ну, как видите, уже грубая, огненка, ожива, пали. Интересно, сколько ремочек на стриме. Мы там за коробок 23 ремки вытащили здесь, когда атака фартов была. Сейчас посмотрим. Пак даже упал. Не знаю, как там на русском, но здесь падают... Вот ремка. Таланты намного круче, чем на остальных серверах. Возможно, это не так, но судя по тому, как я открывал здесь коробки, то, что вы только что увидели, здесь намного разнообразнее все падает, чем на том же самом русском сервере, либо на китайке. Корка. Ну, нам надо новые талантики. Падает все, когда оно уже не надо. Смотрите, о, ожог упал. Перс. Надо исцеление и воодушевление еще выбить. Ради интереса. Но вот бравлеры не падают. Мы на стриме хотя бы выбили для черепа, для теста. Из ворот надо еще. Ладно, не будем менять, будем пробовать. Убивать именно на... Выживание. Ну не знаю, на русском сервере однозначно такого нет. Баст. Жесть. Разброс, что там мы еще? Ну, новых только не выбили. Из ворот надо. Бег, уклонение. Жесть. Вот, воодушевление. Так, ну еще надо исцеление для полного комплекта. Напишите потом в комментах, сколько мы коробок открыли. Я думаю, мы исцеление должны выбить. А, вот, пожалуйста, новый талантик вытащили. Не знаю, сколько, правда, нам коробочек обошелся. Так, меняем здесь. Будем потом тестировать. Вот ремочка еще одна. Неплохо, неплохо. Опять грубая сила. Ну, как видите, талантики здесь падают намного круче. Ничего себе, даже рвение. Еще раскола не хватало. Витал бум.
Гнев, Берс, ну давай, давай уже новый талантик. Еще одна ремочка, пожалуйста. Как видите, шансы на ремку не такие уж и плохие. Замедление, по-моему, хуже падает, чем ремка. И она уже не настолько актуальна. Так. Корка есть, ожила. Вот это рай для доната. Сидишь себе и щелкаешь еще одно воодушевление. Так, ожила нам не нужна. Да, исцеление, кстати, очень плохо падает. Ну, его, в принципе, можно с сундучков вытащить, либо вот оракул. Наконец-то. Так, это что у нас получается? Он зеленый против сереньких. Поставлю его пока на этого, на Бигфута. Вместо замедления. Неплохо. Блин, а исцеление так и не падает. Сколько мы там уже коробок открыли, не знаю. Ну, прилично. Выше 100, наверное, но исцеление пока не вытащили. Огненько. В любом случае, 10-20 коробок открыть можно, хорошие талантики получить. Так, поехали дальше. Опять огненько. Опять ремочка. Ну, неплохо. Ремка бас, кстати, тоже не очень падает. Так, ну нам осталось еще священное. О, саморазрушение. Ничего себе. Блин, ну вот исцеление не упало. И еще один только талантик священного пророка. Так, вроде как бы все упало уже. У меня, конечно, эти таланты и так есть, я могу их открыть, что я и сделаю потом при потребности. Ну а так, в принципе, как видите, шансы получить, конечно, самое хуже это вот этих талантиков и исцеление, как-то как ни странно. Вот опять ремка упала. Вот еще один оракул. Ну, так вроде более-менее неплохо падает, да? Но все равно мы до сих пор не выбили то, что надо.
Так, ракушка, это, конечно, интересно, но ракушка нам нафиг не нужна. Стойкость. Ракушки огненьки падают. Помню, когда-то раньше за них, блин, столько ресурсов сливал. Тут все сидишь, просто щелкаешь. Вот, наконец-то. Наконец-то у нас упало исцеление. Ну, не знаю, немало мы коробок слили. Напишите потом в комментах, сколько коробок слилось. Но у нас осталось выбить еще талантик священного. По-моему, так он здесь называется. Так, в принципе, падает практически все. Точнее, упало все, кроме этого таланта. Не знаю, вроде ничего не пропустил. Ну, давайте еще до коробочек 20. Опять римка упала. Не знаю, сколько римок мы слили. Замедление. Да, и я буду смеяться, если выйдет одно новое, и мне будут опять новые таланты, и придется опять кого-то перекачивать. Хотя коробки есть, самое главное, чтобы они в коробке их добавили. Можно будет щелкать. Еще одно исцеление, вот как-то так даже. Нифига себе. Ну все, уже все по второму кругу, по сути, пошли таланты. А этого талантика таки нет. Ну и бравлера мы не выбили. Второго еще. Ну, как видите, все-таки они самые редкие, наверное, на сегодня. Не знаю, какой там шанс. Но на практике, как видите, так, 7 коробочек осталось. Без вариантов. Вот так вот, и ремка последняя. Давайте так сделаем, чтобы она кому-то пришла к вам на аккаунт. В общем, вот так вот, ребят, слили мы кучу пятых талантов. И, как видите, все-таки по статистике очень сложно выбить вот эти вот новые таланты. Они хуже всего падают, остальные таланты падают намного круче. Хотя Оракула мы талант вытащили, но священного этого пророка и бравлера только один, а того вообще не получили. Даже исцеление и воодушевление упало. В общем, как-то так. Пишите в комментах статистику, как всегда. Всем удачи, всем пока.